Совсем не обязательно тратить огромное количество денег на достижение желаемого результата, а именно красивых и ухоженных волос. Всем привет, с вами Фия, добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня я с вами поделюсь своей полезной информацией по уходу за волосами, а именно какие маски и бальзамы для волос я предпочитаю. Оставайтесь в этом ролике, подписывайтесь на YouTube-канал, и вы будете в курсе самой-самой нужной и полезной информации. Сразу же давайте приступим к делу, и я вам расскажу о своих прям огромнейших фаворитах, а именно, это маска для волос от фирмы Милини. Кстати, это итальянская маска с под названием Blue Hawaii с кокосовым молочком и соком ананаса. Она пахнет просто потрясающе. Да. Это просто шикарнейшая маска с невероятными свойствами, но мы поговорим чуть-чуть попозже о ней. Также я хотела бы назвать свою вторую любимую маску для волос, а именно Garnier. Банановая маска 3 в 1, она просто творит чудеса, даже с самыми запущенными случаями. Если вы уже отчаялись и не знаете, что делать с вашими волосами, она явно вас спасет. Это мои два основных фаворита, и сейчас я хотела бы более подробно рассказать, как они действуют. Многие девушки не всегда понимают, как правильно использовать маску и бальзамы для волос, поэтому часто их не используют и думают, что толку от них никакого, но все же есть. К примеру, если вы отслеживаете мои ролики о тонике, то наверняка знаете, что я обожаю смешивать тонику с бальзамом. Когда я смешивала тонику с бальзамом, это вообще был просто феерический цвет. Вы сейчас видите на экране, какой красивый, прямо изумительный цвет. Потому что любая краска имеет свойство сушить волосы. А для того, чтобы нам избежать этих неприятных последствий, я всегда добавляю маску, бальзам для волос, в том числе... Вот мое последнее окрашивание, я использовала маску Милини, она пахнет, как я уже говорила, шикарно, такие маски прям аж хочется скушать, а цена на эти маски еще привлекательнее, огромнейшая просто банка, а именно 500 мл стоит порядка $3, и результат просто потрясающий, мне нравится то, как эта маска ведет себя в применении. Я сейчас вам покажу волосы. Вот волосы с бальзамом. Они выглядят красиво, ухоженно. Нету извечной сухости и нет секущихся кончиков. Главное использовать маску и бальзам регулярно для того, чтобы был заметен результат. Также немаловажный факт, который хотела бы я упомянуть, это огромная линейка этих бальзамов. А именно, есть, по-моему, это даже был мой самый первый бальзам от их марки с шоколадом. Он пахнет прям действительно как шоколад. И это было прям гастрономическое прям погружение. Хотя ты моешь волосы, но чувствуешь себя как будто в какой-то кондитерской. Также есть маска с клубникой. Такая маска более экзотическая. Есть еще какие-то направления... А, с персиком еще есть также маска. Но мне больше всего понравилась такая... маска с запахом мультивитаминного сока. Я покупала эту баночку в магазине Watsons. В Украине есть огромная сеть этих магазинов. Вы можете всегда зайти и найти вот такое счастье для волос. Но если вы не знаете, не знакомы с такой маской, вы, конечно же, можете обратиться к фирме Garnier. Но... ничего не могу сказать плохого про эту маску, потому что она шикарная. Которую, ну, вы точно найдете в любом масс-маркете. Наверняка вы встретите эту маску. Даже, может быть, вы ее и использовали. Кстати, можете написать свой комментарий. Я обязательно его прочитаю и отвечу вам. Мне нравится эта маска тем, что у нее приятный натуральный запах банана. Она не слишком... по запаху настойчивая, в отличие от предыдущей маски. Все зависит от того, любите вы одушки, либо нет в косметике. Мне нравится. А также в маске Garnier очень классная вещь, то что она универсальна.
как я и раньше говорила, три в одном. Вы можете по-разному комбинировать эту маску, сочетать ее с разными еще дополнительными маслами, уходами. И это вообще будет прям как салонная супер... Супер спа-салон. В общем, если вы хотите найти отличный уходовый сегмент не дороже $5, то Garnier, баночка Garnier стоит примерно $4, а Mellini $3. Мне кажется, за эти деньги уже дешевле просто не найдешь, плюс огромнейший объем. К примеру, такая банка у меня уже расходуется который месяц. И еще будет расходоваться, а если у вас короткие волосы, то, не знаю, вам еще ее там на год и больше хватит, и еще, наверное, останется. Поэтому, мне кажется, это отличное вложение и инвестиция в красоту своих волос. Если это видео было вам полезно, обязательно ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, понравились ли мои советы, и мы с вами вскоре увидимся. Пока!